Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Кто подписан, проверьте, нажат ли у вас колокольчик и не пропускаете ли вы мои видео. Сегодня решила сделать расклад на такую тему. На что он готов ради меня? Расклад будет, как всегда, общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю. Карты я читаю в общем. Советую смотреть расклад от начала до конца, потому что информация идет на протяжении всего расклада. Итак, на что же мужчина готов ради вас? Башня. Ну, мужчина, посмотрите, сейчас буквально мужчина находится в состоянии, когда все вокруг идет как-то не так, да? То есть обстоятельства вышли из-под его контроля, скорее всего, и он не может их контролировать. То есть он на что-то рассчитывал, но так не получается. Да, и видите, как-то все рушится, возможно, так, да. Но карта это говорит о том, что чтобы достигнуть того, чего хочется, нужно беспрепятственно падать в данной ситуации, то есть как бы довериться высшим силам. Да, и лететь вниз, не прилагая никаких усилий. То есть на что он готов? Буквально на все. Да, десятка пентаклей. Буквально на все, чтобы иметь достаток. Буквально готов на все ради того, чтобы обеспечить вам достойную, счастливую жизнь. Да, чтобы заработать деньги. Готов любым путем их зарабатывать, скорее всего. Вот видите дно колоды, посмотрите, император, чтобы достигнуть уровня императора, чтобы перейти на этот уровень императора, да, чтобы стать уверенным в себе, чтобы создать какую-то империю вокруг себя, вокруг вас, да. Здесь вот выходит рыцарь чаш. Сам мужчина, кто смотрит по гороскопу, мужчина водной стихии, да, вот на все это готов этот мужчина, молодой, моложавый, такой активный, да, не обязательно по гороскопу, мужчина, который очень эмоционален, влюблен, да, вот на все на это готов этот мужчина. То есть ради того, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и вам, он просто готов на все, разрушить все, что было, начать все заново. Ну вот, карты гадают. Так, как говорится, выходит карта Старший Аркан Император. Да, вот все это он готов делать ради того, чтобы обеспечить вам достойную жизнь, чтобы быть императором, достойным мужчиной. Мужчиной, который обеспечен, который серьезный, который приземленный, который построил за собой империю. Законный супруг, здесь он также может быть, да, тройка пентаклей, который будет работать, двигаться вперед, да, не успокоиться, будет развивать ваши отношения, будет развивать финансовую сторону вопроса. На что он еще готов? На, посмотрите, умеренность, то есть, возможно, в чем-то ограничить себя. Возможно, он готов ограничить какие-то свои расходы. Возможно, он на что готов ждать, если это нужно. Да, то есть он готов вот измениться, да, переделать себя и готов ждать то время, которое необходимо. Здесь возможно, да, не торопиться. На что он еще готов?
Понимаете, готов на какие-то очень яркие изменения, полностью изменить жизнь, на вот то, что, да, рассчитывает, что колесо фортуны, колесо сансары будет давать новые обороты, все буквально изменится в лучшую сторону. Он ждет этих изменений, он к этому готовится, он в этом уверен. Ну и старший аркан здесь проигрывается, дьявол, то есть мужчина готов, возможно, бороться с какими-то своими зависимостями, готов побороть какие-то нехорошие привязки свои, да, нехорошие мысли свои по дьяволу. Да, возможно, если какие-то там у него махинации в бизнесе, он понимает, что нужно завершать этим заниматься, да, если что-то такое противоречащее закону. Что еще? Десятка мечей. Потому что не хочет он вот этого ощущения опасности, да, не хочет он вот этого вот страдания, устал он уже от этого, бояться страдать, быть в состоянии, когда ты обессилен, когда у тебя нет энергии никакой, да, от этого мужчина устал, да, также, может быть, он готов преодолеть все вот эти вот, да, болезненные переживания, болезненные действия, чтобы быть с вами. На что еще? Ну, десятка жезлов, готов преодолевать препятствия. Очень хороший расклад у нас получается. Препятствия, да, которых много, но уже они подходят к завершению, эти препятствия. Вот он буквально готов тут уничтожить всех врагов, уничтожить все препятствия, чтобы двигаться вперед в это ощущение спокойствия, гармонии. Да, вот восьмерка пентаклей, опять же, говорится, что трудиться, строить отношения ценные, да, работать, может быть, тяжело, нудно, не нравится, но он готов на это, ради того, чтобы быть с вами. Ну, и вот здесь у нас туз жезлов, да, выходит эта карта нового яркого начала, какой-то на то, чтобы был у вас какой-то новое развитие, новая идея какая-то, возможно, появилась, да, для этого. То есть он, может быть, готов как-то заново что-то начать, да. Но это начало, говорят нам карты, скорее всего, будет достаточно успешным. На что еще готов мужчина? Ну, оставить позади он готов все вот эти переживания, весь свой предыдущий, может быть, неудачный опыт, да, все свои вот эти потерянные чувства, то, что он считает, что все ужасно, все позади, да, может быть, у вас какой-то тут конфликт случился, и мужчина просто в растерянности находится. И посмотрите, ну, на самом деле чувства тут очень сильные, десятка чаш, здесь действительно очень сильные взаимные чувства у вас, да, на что он готов, на все он готов ради этой любви, он, может быть, сам не понимает, да, вот тут вот страдает депрессия, там что-то такое, вот опять не складывается, на самом деле он готов на все, и по двойке мечей он будет выбирать, будет как-то определяться, да, может быть, пока вы не видите этих действий, да, пока он не знает, как действовать. Посмотрите, какая карта перевернулась сама. Туз чаш. Любовь у вас здесь взаимная, девочки. Взаимная, очень сильная любовь. И на все на это он готов ради вот этой любви. Мужчина любит, действительно любит. И рассчитывает, что все-таки любви вашей он добьется. Что понимает, что действовать надо. Видит он уже выход, скорее всего, из этой ситуации. И будет здесь развитие движения. Да, и по семерке жезлов здесь вас ждет успех, скорее всего. Да, будут препятствия, да, будет нелегко, но он понимает, что все он может это преодолеть, и все-таки ради вас он на все это готов, будет все это делать, да, если это необходимо, чтобы добиться успехов и обрести вот эту взаимную любовь. Ну, вот я вам говорю,
взаимную любовь, королева жезлов здесь выходит, женщина, кто смотрит по гороскопу, женщина огненной стихии, но не обязательно, женщина яркая, страстная, которая вызывает в нем яркое, сильное желание, женщина активная, которая четко знает, что она хочет, да, не где-то там в иллюзиях, в эмоциях, а именно знает, что ей нужно, что она хочет. Вот он ради вот этой женщины, чтобы ей обладать, получить ее любовь, готов на все, на что я вот только что вам описала. Такой расклад у нас получился. Я вас поздравляю. Всего вам доброго. До свидания.